Всем привет! Мы с тиммейтами запускаем серию обучающих роликов на некоторых из позиций соревновательного пула в Counter-Strike. Некоторые фишки, которые мы покажем вам в этих видео, вы сможете использовать в своих играх, будь то в матчмейкинге, будь то на фейсете. Возможно, они принесут вам фраги, раунды, победы и счастье. Я буду тем самым человеком, который будет рассказывать вам про карту Ancient, а в частности Bapland. Как охранять его, как нападать за сторону КТ на врагов и как настреливать фраги. Начать можно с пистолетного раунда. Всем советую покупать броню, потому что с броней легче убивать врагов, чем если бы у тебя не было брони. В большинстве случаев можно просто пойти на светлую и пикнуть банан. Из ситуаций, с которыми ты можешь столкнуться, на Б это раш банана. Здесь ты можешь просто сделать пик, попытаться дать выстрел и после отыгрывать с более сейвовой позиции, допустим, отсюда. Ну, либо можно просто вот тут вот отходить за этот угол, пытаться делать максимум фрагов. Иногда враги могут рашить не бананы, иногда враги могут рашить Т-шку. В таком случае тебе можно постараться сблизиться со своим тиммейтом, который играет в Т-шке, и вам вдвоем, вот будь то он сюда сядет или сюда, пытаться убить этот заход. Ну, либо молиться, что он всех убьет, потому что иногда ты можешь не успеть ему помочь. Также, если ты приходишь на Bapland, теры могут не рашить тебя, а заходить медленно под раскид, кидая смок налево, смок направо, и молик иногда сюда, иногда без молика. Тут тебе единственное, что остается, это попытаться до раскида, если теры заходят по банану, дать какой-то дэмэдж по врагам. И если не получится, то пытаться что-то попасть в смок по бомбе, может быть забуститься с кем-то из тиммейтов, приходящих на хилку, и играть ретейк. В случае, если мы выиграли пистолетный раунд, зачастую я беру фармган, потому что покупка фармилки позволяет тебе купить гранаты. И с помощью гранат ты сможешь принять бэраш, который враги зачастую могут заколить на втором раунде. То есть ты можешь сделать так. Просто обычный антираж в начале раунда, купить МП-9, молик хая, подбежать сюда, бежать по темной, кинуть молик в эту стенку. И хая сюда. И бежать упор. Если враги рашат, то ты очень много урона наносишь гранатами и просто пикаешь их с алганом и убиваешь. Если раша не было, ты можешь играть на инфу, можешь подойти ближе, можешь запикать банан, упор, и все, и молиться, вдруг тебе придут враги на эко, ты зафармишь фрагов. Либо можно скинуть дым в банан, если раша не было, чуть-чуть подождать, кинуть этот дым и прийти к своему тиммейту в тэшку и тут вдвоем что-нибудь придумать. Если пистолетный раунд проигран и принято решение форсить, то я посоветую в первую очередь покупать смок, потому что смоком ты можешь остановить выход. А вот набирать дигл с броней — это не лучшее решение. Вот легче взять фармилку там какую-нибудь. Ну, вообще, лучший вариант в игре — это 5-7. И стараться играть около понта, надеяться, что тебе не прилетит туда много моликов, и пытаться давать фраги. Либо можно занимать позиции в тэшке с пистолетом. Можно садиться сюда, можно сюда. Есть шанс того, что ты вот отсюда, допустим, тера, который пытается тут распикать что-то, ну, ты его убьешь. Из самого простого, что с тобой может случиться на Бэпленте, это раш. И что тебе нужно ответить на раш, это молотов и хая. Потому что банан это очень такая, ну, узкая пространство, и если там будут враги, ну, они будут получать дамаг, либо им нужно будет тушиться, либо они будут не в позиции, чтобы легко с тобой стреляться. Поэтому любой молик сюда почти кинутый, он имеет свою пользу, он имеет свой импакт, поэтому достаточно важно скидывать вот этот молотов в начале раунда в лепесток. Вот. И хае от раша. Можно также кидать молотов и флешку от раша. И флешку вот как-то так набегу и пикать врагов, которые рашат. Также существуют варианты агрессивной игры в банан. Это значит то, что ты вместо того, чтобы
играть больше в пленте, в светлый или в 15, или около тэшки, ты со своим тиммейтом можешь играть агрессивно в сторону банана. Также под этот же молик, который я только что показывал, ты можешь подойти сюда, закинуть этот молотов, запикать банан, после этого докинуть смок ворота. И вы можете запикать весь спидвей, потратив 2 молика и 1 смок. Если твоему тиммейту не дадут сюда дым, он может прибежать сюда, дать молик. И вы тут вот как-то распикаете. Вы можете выбить весь спидвей. Зачастую тут всегда есть теры. У вас тут будут перестрелки, у вас тут будет дэмэдж, у вас тут будет месиво жесткое. Перед тем, как пушить банан, скинув этот молотов, можно добавить хае. Вот эту. Если вы тратите молотов и флешку от раша банана, можно кидать вот так хая, чтобы она баунтилась об вот эту стенку, которая немного под углом, потому что эта хае достаточно сильно залетает в эту область, которая не горит молотовым, и много энами будут получать дэмэдж. Потому что зачастую вот где-то здесь вот тусуются теры, потому что либо они могут бежать сюда быстро, либо они тусуются здесь. Если вы в свою очередь решили играть пассивно, то вы можете откидывать раш, можете не откидывать антираш, можете засейвить гранаты свои и играть больше со стороны светлой на инфу. Это имеется в виду так вот стоять там, пытаться дать фраг, после чего отойти и там из другой позиции пытаться еще давать фраг. Можно кидать гранаты во врагов, если видите там, не знаю, вот такую хае. Работает нормально. Пассивной игрой также является игра в ретейк. Я могу показать вот несколько гранат сейчас, которые помогут вам при позднем заходе со стороны атаки на B-плент. Допустим, вы в преимуществе и отдаете плент с целью того, чтобы просто его ретейкать. Вы встаете в этот угол. Вот тут два кирпича, достаточно одинаковых, похожих. И темное пятно с двух кнопок jump throw и молотов. Также стоя вот сюда дается. Это молотов, который подожжет весь плент и не позволит терам поставить бомбу в начале. Ситуация, вероятно, произойдет такая, что вам упадет сюда два смока. Вы спустя какое-то время, около 10 секунд, отжимаете свой дым. И смотря по таймеру, смотря по таймингу, вы скидываете свой молотов. И вы можете простреливать по вот этой области, потому что здесь все горит. Теры могут быть здесь и теры могут быть далеке сзади. И вы вот сюда подходите, можете зашивать. И ваши тиммейты могут прострелить с этой стороны. Вот сюда, куда тоже могут влеплять бомбу. И кидать хаешки. Хаешки круче всего кидать вот так. Об дальнюю стенку, чтобы они обязательно залетали под столб. Среди дефолтных позиций при игре на B-пленте можно играть со светлой, можно играть с планта, можно стоять. Иногда в тупой, под углами. Потому что здесь, когда теры идут контачить банан, вы увидите их тень, вы увидите их раньше, и у вас будет преимущество не только из-за того, что у вас хороший угол, но и из-за того, что у вас раньше информация, где враг, и вы его убьете. Зачастую игрок банана является тем самым человеком, который уходит последним с B-плента. Поэтому вам придется дольше всего оставаться здесь и отвечать за весь плент. Вы можете чекать банан, иногда ожидая тэшку, вы можете чекать тэшку и продлевать свое, так сказать, пребывание в одиночестве с маком. Он вас немного засейвит. Это в случае того, что если у вас тиммейта могли убить в тэшке, или ваш тиммейт с тэшки прибежал сюда, убежал хелповать в окно или в мид. Если все-таки произошла такая ситуация, что вам приходится стягиваться на плент, то вам, вероятнее всего, не нужно бежать здесь и спешить, пытаться помочь в КТ или в храм. Вам более вероятно нужно играть вот здесь осторожно, ожидая люркера, который пойдет доигрывать с мида в спину и пытаться убивать весь ретейк. Потому что здесь очень часто будет достаточно людей, чтобы ретейкать плент, чтобы стреляться с врагами. Если, конечно, очень плохой размен, то да, вы можете дойти. Но обычно вы идете здесь, ожидая чувака, который может идти в спину, и помогаете своим. При игре на B-пленте может быть такая ситуация, что враги, играющие за тером, могут кинуть смок на рампу. Примерно вот такой.
Обычно сюда приземляется молотов, чтобы КТшники, ну, не могли пушить банан, чтобы заделейть их, как-то задамажить. Вот. Но иногда сюда может прилететь дым. Если вы играли несколько раундов и видели, что enemy скидывает туда дым, вы можете не тратить сразу сюда молотов. Вы подходите на сверху, и вы можете прошить банан. Потому что, вероятно, враг может пытаться сыграть под этот дым, пытаться занять здесь позицию и что-то еще здесь натворить. Хорошим вариантом ответа на данную гранату можно использовать просто прострел, хаешку туда, и вот под конец смока отойти, дождаться. Может быть, враги выйдут в смок, но если враги не выходит дым, вы просто репикаете банан, чекаете его после смока, видите, что тут все четенько, все хорошо. У вас может созреть идея пойти занять Б, вы подходите сюда, дочекиваете вот этот угол, ну идете, выбиваете Б-плант. Изначально очень мало людей, мало раундов бывает, что враги прям пришли и идут банан там пикать, рашить, что-то еще придумывать, вот. Достаточно много теров играют вот здесь, в спидвее, с целью отбить тэшку. Ты можешь, откинув раш, скинуть дым сюда, тем самым обезопасив себя от захода на B-plant, наверняка, чтобы не создать для себя неблагоприятный тайминг, где тебя просто убьют, и ты можешь проселить дерево. Потому что дерево — это такая позиция, где достаточно много людей за сторону атаки занимают углы, потому что во всю область спидвея зачастую очень много молотовых прилетает. Вот здесь лежит молотов, здесь лежит молотов. Очень часто сюда кидают молотовы, и поэтому это является чуть-чуть безопасным местом. Простреливать легко достаточно с темной из планта. Просто сюда вот, вправо-вниз, смотреть, стрелять. Там очень много можно наделать дэмэджа, и это будет полезно. Иногда даже фраги будут какие-то получаться халявные, и это очень приятно. Также с планта можно откинуть вот такую хае в сторону. Как она называется? Это тупая, что ли? Это или что это? А, дерево. Туда встаешь, кидаешь хае. Кидаешь хае, она падает сюда. И дамажит врагов. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, это видео будет полезным для вас и ваших тиммейтов, и ваших каток, и вообще вы будете счастливы. Подписывайтесь на социальные сети Team Spirit, ставьте лайки, делитесь этим видео, репостики, вся фигня, и смотрите следующие эпизоды этой серии видеороликов, потому что мои тиммейты будут рассказывать, как играть еще и на других картах, и это вам обязательно поможет, надеюсь.